Привет-привет! Такое внезапное видео. Пришла ко мне вот сегодня точилка. Это Чапекс. Причем первый. Долго я не покупал такую точилку, да, но все-таки решил, что стоит ее взять, потому что думаю, что вот именно вот в таком виде она в ближайшее время исчезнет. Да и ценник там у нее был всего, ну, не соврать, на 2014 год 1000 рублей всего. Но не про точилку будет речь. Недавно у меня была такая дискуссия по поводу того, стоит ли брать Чапекс. И вот даже там сравнивали там с оригинальным Апексом, там еще с чем-то. Вот то, что этим можно точить, там идут там приемлемый вариант, какие-то там звучали доводы, плюсы и минусы. Вот. Но вот я раскрыл сегодня эту точилку, которая меня интересовала сугубо только вот из-за этой конструкции. Да, я посмотрел камни, которые пришли с этой точилкой. Да? Ну, цена вопроса 1000 рублей, повторюсь. Да, вот 400-й камень. Тут я не буду упираться, с моей техникой, конечно, тут показать какие-то детали невозможно. 400-й камень, он, на мой взгляд, ну, практически идеален. Дальше 800-й камень, который пришел. Ну, по звуку, может быть, конечно, слышно, не слышно, но скажу, что он овальный. 180-й камень. Попробую тут все-таки показать что-то. Ну, видно там, может быть, да, вот белый камень не видно. Он реально, он кривой, вот этот вот камень. Дальше, 1500-й камень. Ну, уже считается, что это уже там а-ля для доводки. Хотя для доводки, конечно, это тут приближу, да. Вот. Что тут на нем имеем из коробки. Да, вот такой капитальный скол. Причем я перерыл вот эту посылку. Там думал, может, там кусок лежит, что во время транспортировки долбанули. Ничего там этого нет. Это мне вот такой камень загрузили. Вот, теперь кто собирается вот это вот хозяйство использовать для заточки? Нет, этим можно заточить элементарно, на самом деле. Будет, ну, ножик резать будет острым и так далее. А начнем с того, что, ну, 400 отложим. Он действительно неплохой камень. Эти два, наверное, можно выровнять. Да, сколько это займет времени, я не знаю. Сколько-то времени это займет. Причем к этому понадобится дополнительно иметь, там, не знаю, карбид кремния, какие-нибудь шкурки, там, наждачную бумагу, там, еще что-то на песке там кто-то выравнивает. Вот, с этим что делать, ну, вообще, честно говоря, не очень понятно. Конечно, да, можно работать определенным кусочком этого камня, но тоже, в принципе, ну, это брак. Реально, да, вот то, что мы за 1000 рублей, в принципе, да, получаем. Ну, я брал донора. Донора вот этого, который мне понадобится для моих некоторых экспериментов, да. Но я вот просто так задумываюсь, то, что вот взять вот этот набор брака, да, вот который, если все вот это разложить, сколько будет грязи, да, какой будет результат, если брать вот эти камни, неподготовленные для заточки. Вот. И, например, что мы можем получить на Ланске, на если называется стандарт, что ли, стандарт вроде бы, стоит 35 или 36 долларов. Да, вот если стоит вот это где-то 25, ну, 25 где-то долларов, да, в среднем. Ну, 25, почти 30 долларов там с доставкой. И Ланске 36 долларов стандарт. Да, разница, ну, всего не, ну, там, все оно там составляет там, ну, 10, пусть будет 10 долларов. Да, но реально от Ланске придет качественный продукт. В большинстве случаев, хотя, говорят, некоторым попадаются наборы, которые имеют какие-то недостатки. Либо вот эта вот лотерея. Да, кому-то, возможно, приходит что-то приличное, да, но мне пришло вот в таком виде. Ну, я совершенно по этому поводу не переживаю, просто это, опять же, вот для тех людей, которые выбирают точилку, подумайте много раз перед тем, что вы заказываете, да, вот. Дешево брак и лотерея, да, либо можно взять набор, который действительно будет служить достаточно долго. А вот эти вот камни, ну, я им не тащил, честно говоря, даже не знаю, да, но вот, по отзывам людей, которым я доверяю, этот камушек умрет на первой же серьезной стали за первую же заточку. Ну, как умрет, его придется потом капитально выравнивать, а все, как бы, вот это время на выравнивание, подготовку камней, там, поддержание вот этого заточного инструмента в приемлемом состоянии занимает продолжительное время.
Поэтому, в общем, да, это вариант, с одной стороны. Но для меня, например, это не вариант вообще. И если говорить там, вот сейчас стали модные вот эти видео, там, что вы там посоветуете, там, ну, что я посоветую, или кто что советует, там, для начала, для чего-то еще. Вот реально, вот этот Чапекс, да, ничего не имею против. Ну да, ну жулики китайские, да, сперли, они не вложили ничего вот в эту конструкцию. Нету ни идеи, там, нет, это просто вот слизанная конструкция, с той, которую, ну, действительно, там посидели люди, подумали, придумали Apex. Да, ну, я решился, вот то, что я сэкономлю на пластмассе, не буду покупать вот эту пластмассовую там стойку от Apex, да, я, конечно, я тоже отчасти жулик, потому что я поддержал вот эту вот китайскую вакханалию пародий на те вещи, которые, ну, действительно люди делают, которые придумывают, воплощают и хотят за это получать достойное вознаграждение. Ну, да, я поддержал жуликов, понимаю, да. Ну, камни у меня есть нормальные, я их использую по-разному. Вот, ну вот, тем не менее, видео именно про вот этот набор, поэтому призываю, подумайте 10 раз. Во-первых, сможете ли вы на этом точить, что тоже является достаточно таким важным вопросом. И готовы ли вот получить вот набор из таких камней, где вот реально, в принципе, из коробки, можно пользоваться только вот одним камнем. Где-то, может быть, пользоваться четырьмя камнями одновременно, а где-то, возможно, и не одним. Ну, в общем, всем привет!